Освобождали Европу, так же, как и раньше, 100 лет назад, мы вместе, плечо к плечу, освобождали Болгарию от османского ига. Много народу погибло здесь, на болгарской земле. Я благодарю вас, наших соотечественников, болгарские общественные организации, за то, что вы поддерживаете в хорошем порядке и помните о тех, кто умер за нашу свободу и победу. Я хочу поблагодарить всех организаторов этого мероприятия, организаторов бессмертного полка. За вашу верность традициям, за вашу верность памяти отцов и дедов, ваших отцов и дедов, которые отдали свои жизни за освобождение Болгарии. Дорогие друзья, я вам всем желаю счастья, здоровья, вечная память погибшим, и мы победим! Ура! Рана Митрофанова, посланник на Руската федерация в Република България. Както вече разбрахте, тази година огънът пристигна при нас от Москва, от Александровския парк, където се намира паметникът на незнайния войн. Като дар за участниците в нашето тържество, нашият огън ще бъде запален от Елена Петрова, член на младежката организация в Федерацията Съюз на съотечествениците в Република България, и Ивайло Венчев, член на младежкото обединение в Българската социалистическа партия. Fascisti! Fascisti! Fascisti!
Так.